первый раз с ребенком у ортодонта, доктор рекомендует пройти компьютерную томографию, сделать трехмерное сканирование, отфотографировать зубы, а вы не понимаете, зачем все это нужно, ну давайте разбираться. А вы пока подписывайтесь. Первый раз рекомендуется посетить ортодонта в возрасте 5-6 лет. При обнаружении признаков возможных проблем с прикусом, таких как дефицит места для прорезывания постоянных зубов, перекрестный прикус, выступание верхних зубов вперед, будет рекомендовано сделать компьютерную томографию. Компьютерная томография позволит визуализировать размеры зачатков всех зубов, которым предстоит прорезаться, оценить, достаточно ли для них места, увидеть, как соотносятся верхняя и нижняя челюсти между собой и визуализировать состояние тканей окружающих зубы. У нас есть возможность проводить трехмерное сканирование зубных рядов. Вот таким вот аккуратным сканером за несколько минут можно получить трехмерную модель челюсти. Во многих случаях это заменяет снятие слепков. Данная модель служит цифровым прототипом челюсти и позволяет технику, используя ее, изготовить ортодонтический аппарат, например, несъемную пластинку. И, конечно же, до осмотра ортодонта целесообразно посетить детского стоматолога и оценить здоровье зубов. Ведь перед ортодонтическим лечением во рту не должно быть ни одного кариеса. После всех этапов диагностики врач-ортодонт проводит расчеты и подготавливает план лечения, который уже служит дорожной картой на пути к идеальной улыбке вашего ребенка.